Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! По флангам защиты слева номер 22 Дмитрий Рахманов, справа номер 95 Чингиз Магомадов. В центре полузащиты 23-й капитан команды Руслан Махмутов, 6-й Кирилл Морозов, повыше 10-й Никита Кирсанов, один из четырех экс-игроков КамАЗа в составе Ульяновской «Волги». Атака в исполнении КамАЗа. Это Гираев. Удар по воротам. Ну что же, с почином. Карим Гираев. Подача. Удар по воротам. Добивания не будет. Перед собой мяч отразил Климович. Другое дело, что уже успел зафиксировать нарушение правил главный арбитр сегодняшнего матча. Сдваивать фланги привыкли у КамАЗа, особенно справа. Морозов! Опасно! Удар в дальний угол! Вращения не хватило. Битку. Прямой. Удар. В спектакле и фильме. Но подхватывает мяч Морозов. Еще одна подача. Есть прием. Будет ли удар? Тянут с ним футболисты «Волги». Бьет наотмашь. Центр. Здесь Гаглоев. Ему, как и всем остальным игрокам группы атаки, нужно прибавлять. Здорово запекает далее по флангу Аюкин. Прострел. Разворот. Удар от Гираева. Рикошет ногой. Мяч отражает Климович. Это уже куда лучше, чем многое из того, что мы в первом тайме видели. Дальше стенка. И справа длинные передачи, естественно, всегда наготове. Но есть вот такие ошибки и падения Гаглоева. Ему не верят. Не верят совершенно. Бушует Александр Гаглоев, считая, что его сбивали. Одно можем точно сказать, позицию у Дашаева тот выиграл. Как игра будет местная выглядеть. Передача хорошая, диагональная налево. Гираев режет угол, удар в дальний. Чуть-чуть точности и здесь не хватило, но по мнению главного арбитра, кого-то мяч из футболистов «Волги» коснулся. Все равно еще адаптация присутствует. Хороший пас налево. Аюкин, это накрыто. Накрыто Чингизом Магомадовым, который успел выйти на линию огня. Здорово, справа налево атаку причесали челнинцы. Это их стиль. Но при этом, еще раз подчеркнем, по движению, по попыткам, второй тайм в целом показался симпатичным. И он еще интересные вещи может принести. Гирюков налево. Момо Туре в штрафной. Удар по воротам. Мамин намертво. Не сразу, спустя мгновение, но намертво. И это был хороший шанс вырвать победу в концовке. Пальцы. Арустамян. Удар с отскоком от газона. Добивания не будет. Климович. Не сказать, чтобы и в этом эпизоде сыграл очень уверенно. Но отсекли Серченкова от мяча очень своевременно. Кто? Морозов. Возможно, последняя атака. Уходит он от Кириллова. Удар! Это тотальный контроль над происходящим от Алексея Мамина. Руки он заблаговременно убирал. Я думаю, что вы успели это заметить. Придвинула к чужой штрафной. Неплохо прессинговала. Порой были интересные подачи. Но вспомнить в том игровом отрезке что-то конкретное по ударам голевым в особенности было тяжело. Дальше ловили соперники друг друга на контратаках, моменты создавали, могли в целом забить. Но кажется, что вот такой счет на табло вполне соответствует сегодняшнему соотношению сил между командами